Че, ну что? Че, побелку тыришь? Побелку тыришь, да? Всем привет, это снова я. Уже проехали порядка 250 километров, едем в Сегежу на соревнования по классическому жиму. Что пожмем, еще не знаем, будем надеяться, все будет хорошо. Состав участников: Пахов, Кеша и Листевский Александр. Ну вот мы в Сегеже ищем дворец спорта. Уже 20 минут. Давай 35 сейчас пожмешь. Наверное. И пойдем на 37. Ты готов? Да, как всегда. Как настрой? Боевой. Саня, как настрой? Боевой. Пока Хаджаевич готовится, мы уминаем котлетки. Вкусные. Кирилл Андреевич, ваши впечатления от прошедших соревнований в городе Сегежа по жиму лежа? Соревнования легкие. Я, конечно, ничего не пожал, но это нормально все. Соревнования простые, обстановка простая, не паришься, выступаешь. Ну вот, закончились соревнования в городе Сегеже по жиму. Возвращаемся домой. Какие-то места завоевали, в отличие от Бахова. Я вас кормил. 157,5. Александр сделал новый личный рекорд. 37,5. До этого было буквально неделю назад 35 килограмм. В принципе, соревнованиями довольны. Вот мой подарок, вот. Бальзам после бритья. Вот что мне подарили за первое место. Может, это из минусов, Мягкая скамья, на которой очень тяжело было удерживать равновесие. Высокие стойки, в принципе, и грифы. Грифы, конечно, без насечки на разминке.
немножко не радовали. Ну все, едем домой, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Зачем?